Пушка, как ни удивительно, но эта пушка самодельная. Папа сделал ее мальчику, она не куплена в магазине. Вот такой вот имеется папа. А вот вверху стоят маленькие солдатики. Немые свидетели истории. Мишки и зайчики, куклы и солдатики. Эти детские игрушки вместе со своими маленькими хозяевами видели Вторую мировую, с советской и немецкой стороны. Сегодня они экспонаты музея, и за каждой игрушкой реальная история. Этого медведя купила в блокадном Ленинграде мама для своей маленькой дочки. На рынке он стоил тогда небольшой кусочек хлеба. За тот кусочек, который она несла туда, можно было раздобыть кольцо с бриллиантом. Но она купила не кольцо. Она купила этого медведя, потому что он нужен был ее годовалой дочери не меньше, чем еда. Все экспонаты, а их почти 300, приехали в Самару из Санкт-Петербургского музея игрушки. Его фонд пополняется в основном благодаря людям. Они дарят музею спутников своего тяжелого детства, чтобы сохранить историю, свою и всей страны. Когда мы говорим о военной игрушке, это такой замес личных эмоций и понимания, что о большой истории надо говорить на малом. Выставка проходит в Доме музея Ленина. Увидеть уникальные игрушки и услышать их истории можно до 10 января. На выставке детям не только показывают игрушки, но и предлагают сделать необычную фотографию. Здесь точно воссоздали фотоателье времен Второй мировой. Ребенок садился на стул, надевал пилотку и застывал перед фотокамерой. Валерия Макарова, Алексей Золотенков. События.